Доброго времени суток, дамы и господа, это по-прежнему вандальская компания Ватила Татово. И мы тут воюем с пиктами, этому северному народцу что-то вздумалось. Немножко покочевать, надоело им жить в своей берлоге Туэсиси. Они, собственно, покинули это поселение, и теперь их орда кочует на юг. Ну а меня они, видимо, решили сделать целью своего набега, ну, не знаю, получится ли это у них. По факту, примерно две армии у них есть. И вот сейчас я просто загоняю в глубокое бурное море один из вражеских флотов. Ну и там он, скорее всего, рано или поздно утонет. План по заселению Северной Италии идет полным ходом. Вот как раз наша Генуя почти восстановлена в своем первозданном виде. Ну, конечно, я немного лукавлю. Здесь еще работать и работать. Лигурия, ну, отстраивается. То же самое и в Венеции. Строятся новые сады, порты. Флот наш усиливается. Морские лисицы наш лучший легендарный флот. Ну, полулегендарный, ладно. Охраняет Адриатическое море. Ну и гунны. Я вам обещал, что вернусь на стратегическую карту. Как только гунны соберут силы, они эти силы собрали. Вот здесь 3-6 армий. Состав не изменен. Это отличные тяжелые и средние пехотинцы, отличные кавалеристы, все те же большие анагры. Суммарно у гуннов сейчас не меньше 8 армий, и 6 они бросили на меня. Недавно армии было 9, но одну утопили мои союзники. Ну, как сказать, союзники. В общем-то, мы дружим против гуннов, формально у нас договоров нет. В общем-то, алиманы при поддержке галлов и гетулов сообща задолбали одну из гуннских армий. Долго-долго ее гоняли, там кого-то они даже, эти гунны, смогли разбить, что в очередной раз показывает их мощь, но тем не менее, минус одна армия, которая пыталась пробраться с юга. Ну а вот то, что вы видите, так своеобразно они концентрируются в районе Аквилии, тут буквально в течение 3-4 лет пытались гунны как-то обойти, либо прорваться через Альпы. Ну а я гонял войска туда и обратно, затыкая бреши, поскольку войск у гуннов было много, они двигаются весьма быстро. Ну а мои силы все еще ограничены, я стараюсь поддерживать хороший прирост казны, чтобы иметь возможность отстраиваться. Как вы сами видите, доходы перевалили за 60 тысяч. И это во многом благодаря тому, что мне есть на что строить. Поэтому бросать все средства на армию, ну, я пока не планирую. Вот, кстати, по сводке у нас 8 армий. Из них одна. А именно, пирующие вороны, это просто охрана Гибралтарского пролива, геркулесовых столпов, ну и регулятор общественного порядка. Еще одна, черные топоры, фактически отвлечены пиктами. Конечно, флеф может отбиться и сам, но одновременно черные топоры еще и защищают лангобардов, алиманов и подчиненных нам гетов. Своеобразный резерв и подмога на случай, если гунны пойдут в сторону германских племен. Вот, кстати, надо бы черные топоры передвинуть
чуть ближе к границе, а общественный порядок, как всегда, падает. Какое-то время они тут постоят, потом можно их будет вернуть, восстанавливать общественный порядок. Ну и да, сейчас будет атака на эти три гуннских армии. Перед этим я только обращу внимание на Византию, на Восточный Рим. Для Восточного Рима пришло время коротких императоров. Вернее, старых императоров, на самом деле, правильно было бы их так называть. Но коротких... Кстати, Армения уже дошла до Вифинии. Коротких, потому что правят они буквально пару лет. Это серия очень-очень старых императоров. 85, 86, а вот это вообще рекорд, 88 лет Фаусту, Полию Траяну. Императоры Восточного Рима сменяются беспрестанно. Видимо, накопилось много прочих семейств в ранние периоды Рима. Вот здесь вот. И постепенно эти личности восходят на престол. Ну, в общем-то, это я вам хотел показать. Равно как и то, что, в принципе, я сейчас могу ударить на гуннские армии в 4 против 3. Деревья горести как раз успевают. Братья камня, кстати, тоже. Так что мы выходим даже 5 против 4, но... Я все-таки сделаю 4 против 3. И пора передвигать силы. Южная стража также встает сюда. Надеюсь, мне хватит тут места, чтобы разместить все 4 армии. Мстители Гейзериха также должны совершить переход. И финальный удар нанесут сыны Атанагильда, вернее, начнут битву. Во-первых, потому что я хочу прокачать эту армию на воителей Севера, чтобы у них было зимнее перемещение полноценное. Во-вторых, потому что у них есть анагры. С ними весьма удобно будет зачинать сражение. Тем не менее, похоже, у нас 3 против 3. Кого-то не хватает. Кто-то не дотянулся. Итак, ландшафт густой лес, регион Салона. Мы напали на гуннов, смотрим рельеф. Я решил сыграть агрессивно, потому что в случае чего... Я смогу отступить. Итак, это дорога, ведущая к нашим вновь освоенным землям. И, в принципе, рельеф неплохой, достаточно открытый. Давайте попробуем все-таки сразиться. Так, а кто будет первым выходить на поле боя? Кто тут более боеспособен? Давайте сначала Южная Стража пойдет в качестве подкрепления. Итак, очередная битва трех армий. В этот раз мы удерживаем, точнее пытаемся предотвратить вторжение в Северную Италию. Ну что ж, вперед. Итак, карта загрузилась, сухая погода меня, в принципе, устраивает. Можно, правда, попытаться добиться каких-нибудь других условий. Ну ладно, начнем. И напомните мне, какой же у нас был сезон? Потому что освещение достаточно странное. У нас зима, разве? Вроде бы, наоборот, было лето, но освещение такое
весьма и весьма странная. Солнце поблекло перед великой битвой. Ну и давайте смотреть по рельефу. Я рассчитываю на то, что гунны будут наступать небольшая, совсем небольшая возвышенность. У нас тут имеется. И в принципе на ней можно закрепиться, тем более что часть сил я планирую поставить в лесу. Линию пехоты, по крайней мере, там спрятать будет вполне себе отличной идеей. Ну и кавалеристов, пожалуй, тоже. Копейщики традиционно на флангах. Возможно, их стоит выставить даже и чуть вперед. Ну и собаки традиционно будут начинать бой. Надеюсь, они кого-нибудь смогут задержать и даже убить. Все-таки собаки действуют очень и очень неровно по числу наносимого урона. Они могут выбить и 200 человек, и 40, в зависимости от того, на какой отряд нарвутся, и будет ли этот отряд двигаться, либо стоять обороняясь. Ну что ж, у нас нет сильных стрелков. Так что выставлять стрелковую линию мне не придется. Начинаем. Смотрите, наши знамена! Пришло подкрепление! I cannot wait to see their blood on my sword. Так, а где наше подкрепление? Враг приближается. Враг приближается. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Или перестраивается. Так, раз, два. В принципе, как вы помните по стратегической карте, там вон внизу море. Это отроги Альп. Весьма красиво, кстати, карта сделана. Ну и дорога, путь из Италии в Далмацию. Подходит наше подкрепление. Вожди я сразу же буду убирать. Мне их здесь терять совершенно не хочется. Будет у нас... Хотя... Может, стоит их оставить, все-таки влияние на боевой дух. Какое-никакое. По навыкам. Неуклонность. Боевой клич. Ну вот этого уберу. Он по перкам не очень, а вот боевой клич мне пригодится. В принципе. Что у нас по перестроениям? Вперед выходят стрелки. В принципе, как раз их можно перехватить при помощи собачек. А игуны взбираются на горку своим правым флангом. Здесь у нас в тылу гунских отрядов ожидать не стоит. В принципе... Либо пускать вперед собачек, отвлекать артиллерию и начинать выедать стрелков. Либо смотреть, что будут делать гунны. Ну и с подкреплением надо разобраться. Во-первых, конницу разместить. Итак, почему же я все-таки пошел в атаку, почему не стал обороняться? Чтобы получить инициативу. В принципе, даже проиграв сражение, я могу перестроиться и
собрать новую линию обороны. А если я выиграю, у меня еще большая возможность для маневра. Так что атаковать здесь вполне себе хорошая идея, тем более, что к гуннам подходит подкрепление. А я этого допустить не хочу, чтобы их силы объединились, и они пробивали наши оборонительные рубежи силами всех своих 6 армий. Ну или сколько они там собрали. Там где-то рядом на стратегической карте в тумане войны прячется и армия Аттилы, и армия Бледы, которая сейчас является ханом гуннской орды. Так что где 6 армий, там и 8. Вот такие, собственно, у меня мысли. Ну и как вы видите, по карте я выстраиваю двойной фронт, двойной по ширине. Место для удара собачками. Лучники-демоны. Арбалеты. Я сказал арбалеты. В первую линию. Живенько. Живенько, живенько. Разомкнутый строй. Готовимся встречать гуннов. Как всегда, волнительно. Столкновение с гуннами. Ну и пики. Ну и кавалерия. Эти ребята отдельно. Эти вместе. В идеале надо на левый фланг гуннов навалиться, поэтому вот так перестроимся. Очень быстрая конница. Прокачка на серебряных и бронзовых лошадей, по крайней мере, есть. Еще одни лучники демонов. Передовой отряд пикинеров опять же терзается собаками. Пару песиков тут бегает. Вот один пример. Что, попробуем поймать передовой отряд? У нас по 3 боеприпаса. Это все-таки налетчики, а не копьеметатели конные. 3 боеприпаса за счет прокачки на боеприпасы у нашего полководца. Ну чё? Как ты там? Далеко, близко? Хорошо, хорошо идет. Пробуем. Пробуем подловить. Если на нас бросится вся армия, у нас проблемы. Ну что? Давайте. Перехватываем. Обходим. Отлично. Учитывая то, что мы ударную кавалерию перехватили на обычном передвижении, у нее проблемы. У нее должны быть огромные проблемы. Еще атака с тыла. Итак. 40. Как наши вообще бьются? О, еще потерь нет ни у кого пока что. Наши их вроде бы просто разбирают. 30, половину отряда сняли. Тем временем основные силы сближаются. Большой Анагр. Какой у тебя радиус? Не вижу, не вижу, не вижу. Достаешь уже? Давай стреляй. Взрывной снаряд, ускоренная перезарядка. И на центр куда-нибудь. Кавалеристы. 2 кавалериста потеряно, но мы практически да. Разбираем их отряд. Разбираем в ноль. Не даем никому убежать.
И что наша машинка заряжается. Медленно, медленно заряжается. И никак не выстрелит. Или уже? Не вижу, не вижу разрывов, не вижу летящих. А, вот с первой бочки. Отлично, конницу развернули. Ну, как-то... как-то не попали вообще. Пробуем еще раз. Вот это уже лучше. Так, приблизились. Отлично, вот это был отличный залп. Да, извиняюсь за логодром, но это уже привычное дело, когда такое количество воинов бьются в сражении, участвуют. Так, все, квадрат, обход кавалерия, нам надо свою бросать на перехват. Через лес решили сыграть. Давайте стену копий. И тут стену копий. Посмотрим, сколько копейщики наши продержатся. В принципе, арбалеты помогают. И тут лучники. Лучники — это плохо. Итак, большая награда. Полководца попробую выбить, наверное. Нет, надо по массе тяжелой пехоты лупить. Ага, пики клином. Тут надо сманеврировать. Этот отряд уходит наверх, чтобы эти пики были захвачены с фланга. Так. Развернулись и ударили. Отлично, срезаем остриё клина. Ой-ой-ой. Все плохо. Нас обходят. Да, сейчас там у кавалерии будут проблемы. Готовимся встречать. Приходится на два фланга разрываться. А, они не отступают. Так, ребят, стреляем, стреляем, стреляем. Кто тут? Так, попробуйте один на один, там их меньше, чем нас. А вы давайте против кавалеристов. И еще. Итак, передовой отряд пикинеров против нашей. Мы вроде с натиска ударили, там должен наш отряд победить. Что происходит на холме? Давайте эти два отряда на помощь. Нокры там наших серьезно должны напрячь. Арбалеты, надеюсь, стреляют, но, по крайней мере, я вижу это. Вроде бы. Мечники, вперед в ближний бой. Так, здесь как? 30 против... Враг собирается силами. Против 59. Отлично, нормально, сражаемся. Так, здесь преследуем, преследуем. Не даем убегать, не даем. Конницу вроде отбиваем. Отлично. А вот это плохо. Какой позор! Сейчас у нас будет удар на центр. Пора бегать. Стреляем, стреляем. Ничего, все ордой на пикинеров. Конных пикинеров, а вы сюда. Сумбурно проходит битва. Гунская армия втягивается на центр.
кавалерия наша вроде бы готова. Они устроили засаду. Так, вы сюда. Нет. Да, надо этот отряд выбить. И готовимся закрывать центр. Пока что против этого отряда. Копья. Тоже сюда. Пики. Два отрядика. Поддерживают. Тут пики. Поддерживают. И здесь то же самое. Отлично. Очень вовремя. У нас, правда, проблема у наших арбалетов. Отряд перегруппировался. Так, сомкнулись. Сюда. Посмотрим, что сможет сделать кавалерия. Оу. Вот это плохо. Удары конницы могут не получиться. И нам могут продавить фронт. Что здесь? Более-менее продавлен. Тут отборные скирские войны, и наша конница потеряла натиск. Это проблематично. Так, тут нормально. И надо бить в эту точку. Так, здесь, ребята. Вот сюда. Арбалеты. Все арбалеты. Так, вы где? Попытайтесь перекинуть наварских лучников. А мы бьем во фронт. Во фронт, где у нас проблемы. Серьезные проблемы. Сюда. Отряд и сюда. Да, нам начинают проедать просто линию наших воинов. Полководцы. Поддерживаем своих, поддерживаем. Влет кавалерия. Но нет времени смотреть. Метательная машина. В кучу стрелков или даже на полководца. Копья. Почему шагом? Так. Итак. Еще кавалерия. Сюда. Боспорская пехота во фланг. Так, вот эти отряды конницы можно вытащить. Ну и кто побежит? Очень, очень все неоднозначно. Пробуем отогнать конных луков. Ну, вроде копейщики врага на центре начинают дрожать. Шансы есть. Так, этот. Сюда. Тут варские войны просто устраивают нам что-то страшное. Так. Арбалеты, арбалеты. Выбирайтесь. Сюда. На боспорскую пехоту огонь. Возвращаемся и сражаемся. Что там, генерал? Перехватывает нашу конницу. Так, развернулись с нокерами, разобрались. Попробуем генерала зажать. А тут по тяжелой пехоте надо бить. Лето. Меньше перестроений, больше схватки. Силы уже не хватает. Но боспорская пехота в центре паникует. Все.
Время для вождей. Пугалку. И еще одно. Сюда бы еще кавалеристов добавить. Ну, о, как прорежают легких мавританцев. Просто, ай-яй, выбираемся. Все, наши метательные машины разрядились. Легких мавританцев просто стрелки порвали. Так, тут ребят собрались, Люди бросают оружие и бегут с поля боя. Вы, ребят, стоп, пора добавить свистящий. Надеюсь, у меня фронт не рухнет. Вперед сюда. Вождь гунский как-то два отряда связал неудачно. Весьма. И у нас подкрепление. Так. Я кого-нибудь могу добавить сюда? Только каких-нибудь копейщиков. И вождя степняков перехватывать некому. В ближний бой арбалеты. Да, да, да. А хотя вот так можно помочь. У нас начинает подходить подкрепление. Кстати, ударная конница нужна вот тут. На фланге. Кое-как мы держим строй, все по-прежнему очень-очень тяжко. Но наших вроде больше. Так. А, все, вождь убежал, не надо. Здесь отборные войски войны, это надо конницу выдергивать. Там половина подохнет. Но надо. Наши люди сломлены, они бегут! Так, полководца. Ой-ой. Как-то я опрометчиво залез, так можно и потерять. Ой, зевнул. Сюда. И сюда. Нам продавливают вот этот фланг. Надо кого-нибудь сюда добавить. Всех, кто есть. На самом деле. Так, два арбалета очень хорошо стоят в тыл. В тыл врагу стреляем. Пики вот так. Нам, скорее всего, опрокинут фланг, если мы срочно не поможем тут. Так, тут бегом. Тут бегом. И тут бегом. Так, стреляет. Отлично. Конница идет. Противник также подводит подкрепление. Да, да, здесь вообще в лесу какая-то левая схватка. Мы доминируем по количеству, это должно ударить на мораль, в принципе. Так, ребят, здесь обычный. Обычный, вы их в спину стреляете. Они должны просто умирать. И... вот в этой точке можно вот так вот навалиться на скифских воинов. Понятно, что это копейщики, но очень-очень тяжелые. Да. Кавалерия на центре страдает, тем более, что туда фигачит вся их группа гунских лучников. Держимся. Кое-как, но держимся. Там уже паникуют. Их метательные машины должны убежать. Их там вроде, опять же, собаки подъедают. Войны никогда не сдаются. Абсолютно согласен я с боевым кличем. Так, собаки нет. Собаки стоп. Собаки идут вот сюда. Ну, стреляют, ребята, нет.
что-то мешает. Так, вот этот отряд варских воинов. Плюшки заранее готовим. Нормально. Стреляем, 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 стреляем. Ой, какой логодром. Тут все просто. Еще сюда. Подкрепление. У меня еще преимущество то, что подкрепления идут гораздо более короткое расстояние. Наступление. Все, ворвались просто во фланг. Сейчас должны берсерки включиться и все там раскидать. Ctrl-C, вся кавалерия. Лучники-демоны. На них, на них. А, надо, надо сюда надавить. Ладно, пора спускать собачек. Вдохновление на германских пикинеров. Да, опрокинули, опрокинули. Все тут. Оу-оу-оу. Не трожь машинки. Враги убили полководца. Вот это, вот это плохо. Наши люди сломлены, они бегут. Ребята здесь тоже должны включиться, берсерки. Надеюсь. Вообще они в основном... Так. Надо вот этих гадов отборных варских воинов разбирать. Ну, в общем-то, на всю эту кучу уже надо нестись. А вы, ребята, разберитесь вот с этими гадами. Да, 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 гунские конные лучники. Самое неприятное, что может быть только. Отборные варские войны стоят. Еще подкрепление, еще арбалета. Стрелковую линию надо как-нибудь культурно выстроить вот в этой точке. Да. Вот это, что я называю встречный бой, встречная схватка. Так, вы сюда. Здесь как раз варские войны. Да, и нашу кавалерию, которая вылезла вперед, чуть-чуть разбирают. Сейчас гунские лучники уже в ближний бой начнут переходить. Ну и смотрите, отборные войски воины, один человек. И никуда не хочет он убегать. Он хочет сражаться. Огонь. Копейщики. О-о-о. Остатки нашего отряда полководца. Так, здесь собрались и ударили. Нам еще по тылу настреливают. Как раз по тылу, который замыкает... По тылу отряда, который замыкает круг вокруг отборных варских воинов. Так, здесь что у нас? Мечники, все. Все страдает. Вот то, что касается кавалерии, что ее фиг разберешь, это... Это проблема гунов. Так, арбалеты, давайте тоже сюда. Развернулись, встретили. Успеют? Должны, должны, должны. Пускаем пики. Нет, не успели. Просто разорвали отряд пополам. Да. Огонь. 53. Без снарядов, но... Но.
Там метательные машины, еще кавалеристы, пехотинцы, стрелки. Такая мясорубка. Отряды подходят и подходят и подходят. Но вы этого варского воина убьете, нет? В конце концов, он уже там вырезал не знаю сколько человек. Сюда. Обалденно. Сейчас еще здесь нокеры нам пехотинцев разберут. Так, все. Нас типа начинают заманивать, мне это не нравится. Вот этих разбираем. Сюда арбалета. Нет, сюда. Смотрите, ребята-то отборные варские войны опять-таки до последнего бьются. Гуны бьются до последнего. Нет, здесь спину не показываем. Кавалериста. Сюда. Понимаю, сейчас этот отряд пострадает. Но... хотя бы я его вытащу. Сюда. Что у нас тут? Лучники. Так. Давайте огненный. И сейчас чуть ли не по берсеркам я начну стрелять, конечно. Люди бросают оружие. Опять кто-то бежит. Так, здесь берсерки догнали варских лучников. Там могут и варские лучники наших порвать. Вполне. Что это? 15 человек. 15 на 15 с натиска должны. Должны пробить. А, это я как зевнул. Как нас так с фланга обошли? В наглую, просто в наглую. Крошите их, ребят, крошите. Так. Собаки в ближнем бою. Даже я забыл их выпустить, не успел просто. Так, 6. Какой-то ужас творится. Ну, надеюсь, у гуннов армии заканчивается. Поскольку у меня не заканчивается... так точно. Натиск. Арбалеты. Сюда. Собачки, поехали. Ой-ой-ой-ой, молотилка, просто молотилка. Что там? Кто кого разбирает? Ну, с берсерки включились, но это уже... мало что значит. Отборные варские войны. 2-1. Отлично. Конница таки разобралась. Здесь развернулись. Нет. Я даже не знаю, что делать. Подставлять ли арбалеты, не подставлять. Тут гунны чуть что сразу своих конных стрелков бросают в ближний бой. Ну, собаки хоть пошли. Нормально. Да, сейчас без кавалерии останемся. Ну, попробую по варским лучникам ударить отряд напоследок. Давайте... да. Это гораздо, гораздо сложнее битва проходит, чем прошлая. Ой-ой-ой. Да, отборные варские воины, наемный германский боевой отряд, но это не страшно.
Чё, опять стрелять будешь своими лучниками? Гадский гун. Так, стрелков назад. Отряд собрался с духом! Так. Ой-ой-ой. Да, подкрепления закончились. Но не только у меня. Так, здесь раскатали. Итак, собрали в кучу все, что есть, все, что осталось от стрелков. Работаем на этот отряд. Тут конные луки догнали. Хорошо. Здесь врезались пехотинцев. Нормально разбираем. Собак надо в ближний бой бросать, да? Да. Разобрались, отлично. Еще на пешие луки. А вы гоните этих конных. Ну. Огонь. Обычный снаряд, давайте. Обычный снаряд. И только луки стреляют свистящим. Чтобы вот эти гуны имели перезарядку поменьше. Да, там большие нагли, можно сказать, паникуют. Да, это победа, конечно. Кажется, удача на нашей стороне. Вот комментатор со мной согласен. Ну все, у нас тут собаки работают. Всем остальным отойти. Не понял. Раз, два. А, типа собак можно вернуть? Ну, ща попробуем. Ну, куда? Куда эти побежали? За этим отрядом? В дальние дали, типа. Ладно, развернули арбалеты, и надо вот этот отряд выбить, потому что он никем не занят. Так, ребята здесь развернулись. В этом отряде нам... Так, это в каком отряде нам полководца выбили? Неужели тут чувак жив остался? А да, навык активен. 27 человек в отряде, а полководец жив. Вот я тупо уже отгоняю просто конные луки. Пока наши арбалеты пытаются перестроиться. Живее, ребят, живее тут. Наши собаководы под обстрелом. Подошли, перестроились, выстрелили. 28... Огонь. Он ложит просто наших, просто ложит. Фух. Все, дальше собаки справятся. Да, ну, вот они, гуны на легендарной сложности. Сложнейшие испытания от силы Тотобо. Но, тем не менее, вторая победа. Кровавая. С гибелью. Похоже, что одного из полководцев. Не похоже, а точно с гибелью одного из полководцев. И, судя по всему, главного полководца. Очень-очень печальное событие. Ну ладно. На этом все, собаки рано или поздно разберутся с катапультами. Как только все эти прочие отряды сбегут с поля боя, а на этом я запись прерву. Запинываю! Так ему, так ему.
А, мы уже записываем, извините. Официальный тон. Уф. Итак, дамы и господа... Чё уж там. Давайте смотреть потери. Да, в первой армии пострадала кавалерия. И гибель Годы Гизеля. Между прочим, предводителя, насколько я помню, ярости Гейзериха, мстители Гейзериха. Итак, по уничтоженным отрядам, царскую конницу жалко. Но здесь у нас наемники, легкие мавританцы, которых расстреляли при их попытке остановить или отпугнуть гуннских воинов, знатные аландские всадники. Как ни странно, в основном пострадала кавалерия. Пехотинцы в основном выжили. Что у гуннов? Первая армия почти полностью разбита. Равно как и вторая, равно как и третья. Осадные машины выбиты полностью. Ну да. Это, в принципе, успех, тем более, что из полководцев вражеских никто не сбежал с поля боя. Обращаем рабство. И вот куда они отступают. Ага, и это в Южной Страже у нас. Погиб. Полководец. Кровавая месть. Чей-то родственник. Чей? Ладненько, этого я, наверное, поставлю в качестве. Нет, все равно нужна замена. Ладно, пусть пока Гента повисит полководцем 17 лет над одной из лучших армий нашей державы. Я хочу поставить на должность в Южную Стражу одного очень влиятельного полководца, который сейчас губернатор в Бетике. Так, Гайнас, губернатор Лигурия, в чем дело? Так, этому надо промывку мозгов проводить персонажу. Причем срочно. А то что-то чувак зазвездился. Сказано, сделано. Итак, у нас повышение. Деревья горестей. Ну, как всегда, идем воителей севера, так что вот таким способом. А, мстители Гейзерих это у нас вообще в бою не участвовали. Не успели они. Не дошли до врага. Ну, кстати, вот они как раз эту группу могут добить. Три анагра. Отличненько. Значит, какая здесь из этих трех армий меньше всего пострадала? Южная Стража, судя по всему. Хотя потеряла полководца. Южная Стража становится в город. Деревья горестей становятся за город. Быстрое перемещение. Будут там лечиться сын Эдона, Гильда. В принципе, то же самое делают. Так, им, к сожалению, не хватит хода укрепиться. Надеюсь, на нас не нападут галлы опрометчиво. Итак, если я сейчас мстителей Гейзериха вытаскиваю на эти отряды, на меня собачатся всадники гибели. Но по дальности. Сколько тут?
половина. А уйдем ли мы отсюда? Обратно. Нет, я не буду рисковать, добивать гунов не стану. Итак, мстители Гейзриха встанут вот сюда. Лагерем, таким образом, кое-как перекроет проход к Аквилии, где наши армии многострадальные будут восстанавливать силы. Кстати, по новым отрядам, что здесь можно строить? О, это ж абсолютно свежий регион. Здесь с отрядами все очень и очень плохо. Так, в Милане знатные германские мечники через два хода. Понятно. Значит, пока у нас лето... Надо вот так вот заменить силы. И потом они пусть в Милане набираются. Ну все, мы, в принципе, так вот своеобразно заткнули фронт. Здесь пику можно нанять. Давайте наемников распущу. Две пики. Ну, а слот можно собачкой заткнуть. Временно. Ну и флотик. Флотик пока пусть стоит. Что, конец хода? Конец хода. Эх, забыл влиятельного чувака с должности снять. Из других семейств. Ну, на следующий ход. А, и гетам дали по башке. Полезли туда, куда не следовало. Меня на этом ходу интересует то, что будут делать с гунны. Саниды, кстати. Я уже видел их и показывал вам. Марионетку Армению. В общем-то, практически выбили Византию из Малой Азии. У них остались в основном только европейские территории. Ну и гунны. Давайте, показывайте, что вы делаете. На Верун они силы ведут. Ну что ж... Ага. Ну, эти армии можно будет добить. Что ж. Вот такая была эта серия. Конкретно сейчас гунны сделали достаточно большую ошибку. А нет. Врубили быстрый марш и свалили. То есть эти армии, которые внизу, я уже никак не достану. Но, тем не менее, урон я им нанес. Сражение в целом было удачным. Для нашей армии и для нашей державы. Ну что ж, а на этом все. Спасибо, что досмотрели. До конца, надеюсь, эта серия вам понравилась.